Я сбил человека. Труп в багажнике. Надо помочь вывести. Машина теперь твоя. Но самый главный подарок, который я хотел тебе сделать, это показать, кто в действительности является твоим другом. Сидящих за одним столом ты не спеши назвать друзьями. Их проверяют не вином, а горем, помощью, годами. Давай, детка, сделай это. Малышка моя. Секс. Ты просто секс. Ты настоящая, как сам я ведь. Примкну ближе к красоте, сам ведь. Мне только повод подарить как... В каждых отношениях наступают моменты скандалов, ссоры и недопонимания. Давай строим скандал. Давай строим скандал. И в это время многие наивно полагают, что самое время искать замену. Порой бывает так, что нравятся оба человека, и очень важно понимать, что, погнавшись за двумя зайцами, ты останешься ни с чем. Возможно, стоит взять тайм-аут и побыть наедине со своими мыслями. Ну, а если это не поможет, то подбрось монетку. Пока она будет лететь в воздухе, твое сердце уже подскажет тебе, какой выбор стоит сделать. Joyway, these niggas said it hurt me, I ain't hurt you. Get the fuck up on my fucking face before I murder you. Na 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 na. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Любовь — это когда ты знаешь, что нужно человеку в данный момент. Он лежит в луже крови, а ты... Любимая, привет. Я принес тебе мороженое. Забери. Оно вкусное. Но ты же все равно проявляешь ему свою любовь. Или когда человек плачет, а ты приносишь весть, что... Слушай, я не знал, как тебе сказать. У тебя кошка умерла. Ты сочувствуя проявляешь любовь. Но разве это ему сейчас нужно? Ты совсем перестал меня баловать. Опачки. Мне эти семечки уже надоели. Я хочу чего-нибудь новенького. Ну все, я объелась. Может, хочешь на вездеходе покататься? Не хочу. А на вертолете хочешь полетать? Ну, можно. Я хочу в туалет. Мы с тобой на одном из чудес России. Здесь бывает меньше тысячи человек за год. Кто-то семечек захотел. Ну хорошо. Будешь вы...
Зажарю тебя следующий. Поняла? Да, командир. Блин, опять на взлеты пропустили, ничего не успели. Давай успеем, время еще есть. Ну что, погнали? Погнали. Погнали. Погнали, солнце даль провожа. Отметить день рождения Маши. Дед Пажа, Волга бьется, берег так жаль, не повезло. Ну, а подарок-то вы где? Чтобы дышать, вода, чтобы прожить, Мэри Джеймс. Так, второй пункт, покататься на качелях. Чтобы любить. Да там нет больше ничего. Да ладно, так да нет. Что? Переспать с Машей? Нет. Ну ладно, да, пойдем к первому сентября тетради подпишем. А давай? Дорогой, я замерзла. Встретишь меня? Извини, я очень занят. Мне нужна твоя помощь. Порой наше счастье находится гораздо ближе, чем мы думаем. Просто стоит открыть глаза и посмотреть на тех, кто всегда рядом. You're such a fucking hoe, I love it. Your boyfriend is a dorm, make love it. Yo! Yo! Из всех вещей, что я люблю, я делаю только одну. Чтобы те, кого люблю я, могли делать и иметь то, что любят они. Нежная, легкий стан. Если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Погоди. Мне моя по фейстайму звонит. Так, помоги мне. Любимая, да я вот что-то дома решил остаться сегодня. Погода какая-то не очень. Вот клоун. Сори. Так, ты знаешь, что делать. Маскировка активирована. Дорогая, у меня для тебя сюрприз. Теперь у тебя такая же крутая могила, как у меня. Спасибо. Твою мать! Ну чё, девчуля, ещё винишко и по мальчишкам?